Дом на колесах, белая простыня и проектор. Мы построили кинотеатр для двоих с видом на Ереван. Для кино нужны закуски, стулья и большой экран. Нина превратила кукурузу в попкорн, и мы сходили в магазин и заполнили холодильник напитками. 130 километров, 3 часа, мы доехали до красивого места. Достали и развернули два премиальных стула. Собачки, а вы что не помогаете? Осталось повесить идеально ровный большой экран на скотч, проверить, что все ок, прикрутить проектор к штативу, достать другие вкусняшки, потому что те мы уже съели. Занимайте места согласно своим билетам. Ну все, кайф, выключаем свет и смотрим фильм про собак.